Хочу вам представить книгу «Города Азии. Часть первая. Центр и Запад». Она выходит в серии книг «Города мира с котом Батоном». В этой серии рассказывается про самые красивые города мира. В частности, города Азии. Здесь представлена Средняя Азия, Центральная. В каждом развороте представлен один город, где есть тематические задания. Вот, например, Дубай. Нужно, например, придумать свой собственный небоскреб, который будет выше самого высокого небоскреба Бурдж-Халифа, или найти какие-нибудь одинаковые объекты, нарисовать что-то по точкам. Здесь есть также мой любимый город Тбилиси, где мы отдыхали с семьей, с большим количеством деталей, где нужно найти много всяких разных интересных вещей. Самые любознательные читатели смогут найти мою семью, которая гуляет по славному городу Тбилиси. И в книжке спрятано очень много разных всяких прикольных штучек. Вам понравится. Рисуйте, познавайте мир. Удачи!